Желающие вести здоровый образ жизни едва умещаются в конференц-зале спортивного комплекса «Кристалл». Молодые и активные. Их искали во всех вузах Саратова и области. Лучшие из лучших стали участниками областного форума студенческого самоуправления. Такие форумы, такие площадки на самом деле дают удивительную возможность молодому человеку проявить себя и выстроить в дальнейшую стратегию своего движения. В рамках форума студенты примут участие в различных тренингах, мастер-классах, круглых столах. Программа мероприятия сбалансирована. Между лекциями парни и девушки могут отдохнуть и в прямом смысле слова поиграть. Музыкальные зарядки, интеллектуальные игры, тематические вечеринки. Участники признаются, график плотный, но интересный. Посетил данный форум для того, чтобы набраться опыта, познакомиться с интересными людьми и, главное, узнать побольше об интересных спортсменах и их формуле достижения успеха. Если честно, мне очень нравится. Хотела бы побольше таких форумов, чтобы приезжать домой и еще на один форум. Опять приезжать еще на форум. Сегодня студентам рассказывают о работе волонтера и по итогам отберут самых способных. Ближайшая цель – универсиада в Казани. Запланирована работа ряда секций. Специально для этого в «Кристалл» приехал серебряный чемпион Олимпийских игр в Пекине, посол универсиады Сергей Улегин. От Саратовской области на универсиаду в Казань. В Казань будет делегировано 250 волонтеров, и шанс есть у каждого попасть, шанс окунуться в мир спорта, в мир универсиады, стать частью таких грандиозных соревнований. Это очень здорово. Это только начало масштабного форума. В планах переход на региональный уровень, а потом, может быть, и на всероссийский, надеются организаторы. Эти парни и девушки завтра разъедутся, но ненадолго. Уже в ноябре планируется провести новое мероприятие. На этот раз волонтерский фестиваль с громким названием «Делать добро вместе». Вероника Арапова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.